Волонтер. Волонтерское движение. Эти слова все увереннее входят в наш лексикон. И не случайно. Так кто же такие волонтеры? Давайте заглянем в словари и обратимся к истории. Волонтеры – это добровольцы, которые безвозмездно, не требуя ничего взамен, занимаются общественно полезным делом, помогают окружающим. Волонтерское движение – это объединение, где сотрудники не получают заработной платы, а трудятся на важнейших социальных направлениях, осознавая исключительную важность своей работы, принося пользу обществу. Сфера деятельности добровольцев очень широка. В рамках города волонтеры уделяют свободное время на благо общества. Это может быть всего несколько часов в неделю, но они имеют большое значение для жизни города. Поскольку это такие виды деятельности, как посещение детских домов, организация праздников для малышей, оказание им материальной помощи по мере возможности, озеленение улиц и уборка мусора, сбор средств для проведения сложных операций малоимущим семьям, помощь по хозяйству пожилым, одиноким людям, помощь семьям в беде после пожаров, аварий, чрезвычайных происшествий и многое-многое другое. Во время пандемии коронавируса волонтерские движения многих стран объединяются в едином порыве – желание сделать все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У кого-то из них попросту нет средств для приобретения необходимых продуктов питания и медикаментов. Другие, находясь в связи с карантином в изоляции, не могут выйти из дома для похода в магазин или аптеку. Третьим не позволяет это сделать здоровье. И тут на помощь приходят друзья и соседи, знакомые и незнакомые люди, волонтеры. Действуют волонтерские движения и в Узбекистане. Немало таких ребят и в Алмалыке, которые в дни карантина оказывают посильную помощь нуждающимся. Мы волонтеры, которые сами купили мы хлеб, за свои деньги с другом вместе скинулись и решили сделать доброе дело. Мы этот хлеб раздаем чисто в основном для пенсионеров, малоимущим, многодетным семьям от чистого сердца. Хлеб мы покупаем с пекарни, заказывали, чтобы нам свежий привезли. Мы уже рассказывали о том, какую работу ведут активисты оперативной службы «Горячая линия», действующие по инициативе городского хакимията и АО «Алмалыкский ГМК». К благому делу присоединились депутаты, предприниматели города. А это простой парень, который в дни карантина в районе рынка Айдин абсолютно бесплатно раздает алмалыкчанам защитные маски и свежий хлеб. Мы эту акцию провели для того, чтобы люди поняли, надо друг другу помогать, чтобы этот болезнь, коронавирус, чтобы быстрее можно было удалить из Узбекистана. Думаю, все будет хорошо, и Узбекистан это выдержит. Конечно. Горожане с благодарностью принимают эту помощь. А мы напоминаем, уважаемые телезрители, если вам необходима помощь, то позвоните по телефону горячей линии. Звонки на телефон службы принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 на номер, который вы видите на своих экранах. 78-141-93-02. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких.